Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски, которая помогает решать множество проблем с кожей. Она подходит всем типам кожи, в том числе нежной и чувствительной кожи вокруг глаз. Эта маска мне нравится тем, что она обновляет и восстанавливает кожу. Также она предотвращает старение эпидермиса и способствует укреплению коллагеновых волокон. Кроме того, эта маска обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Эту маску можно и нужно применять для борьбы с морщинами и сухостью кожи, а также для восстановления упругости кожи. И для приготовления маски с мощным омолаживающим действием необходимо смешать 1 чайную ложку пантенола. У меня здесь пантенол в виде спрея, но вы можете брать мазь или гель пантенол. Так, далее сюда добавляем 1 каплю камфорного масла. Следующий компонент омолаживающей маски – это витамин Е, и его необходимо добавить 2 капли. Тщательно перемешиваем всю смесь и наносим маску на все лицо на 30 минут. Потом умываетесь теплой водой и наносите на кожу увлажняющий базовый крем. И делать такую маску нужно один раз в неделю перед сном.